Тюмень победителям. Об истории создания барельефа рассказал его автор Сергей Титлинов. Он встретился с воспитанниками президентского кадетского училища на исторической площади. Подростки узнали любопытные факты о работе над монументом. Автор создавал его на протяжении 2 лет. На панораме вся история войны. От парада на Красной площади в 41-м до парада Победы в 45-м. Интересно было, когда сам художник, он рассказывал все точности, которые они используют. То есть проработано все до мельчайших подробностей. Даже настоящие винтовки и снаряды они вливали в этот памятник. И было очень интересно, что настолько сильно проработано это как бы произведение. Многие из них потом пойдут по стопам, так сказать, их отцов, дедов, прадедов и станут защитниками, на которые, за спинами которых мы уже будем с вами, наверное, так сказать, стоять. Они нас будут защищать. Им-то эту историю тем паче нужно знать.